пришла посылочка. Сладкая. Ой, такая. Ой. Добрый вечер. Добрый вечер, ребята. Ой, у меня сегодня такое счастье случилось. Ой, ой, Коксик, я так за тебя рад. И Шуня тоже будет рада, я знаю. Ну а как же вам не радоваться? Вы же мои самые настоящие друзья. Ой, да. Бабушка у меня мировая. Я уже сколько раз ее к нам в гости в Шишкин лес приглашала. Она все приеду, приеду. И все, ей некогда. Ну, зато она тебе, смотри, посылку прислала. Да, так, посмотрим, что там еще. Так, ну-ка. Ой, она свой портрет прислала. Ой, Коксик, какая красивая у тебя бабушка. На тебя похоже. Ты, пожалуйста, от нас привет передавай. Да-да-да, я ей письмо напишу и нашу фотографию пошлю. Ой. Так, что тут еще? Что там? Ух ты! Варенье! Варенье, варенье! Варенье, мое любимое! Абрикосовое! Ой, вкуснота! Ах, какое варенье! Бабушка мне сварила любимого своего внука, не позабыла. Ну что, будем пить чай с вареньем, а? Я мечтаю абрикоса варенье попробовать. С вареньем? Ну? А как же мы его поделим? Да, да очень просто. Не-не-не, Зубок, не просто. Банка-то во, одна. Ну, ведь... Что-что, не говори ничего. Бабушка прислала всего одну баночку. Вот если бы она прислала два яблока, я бы с тобой обязательно поделился. Да, значит, ты... Ну да, моя бабушка прислала мне посылку. Поэтому это мое варенье. Всего одна банка разделить ну никак нельзя. Ну, она же вот, видишь, да, одна. Да, Коксик, я думал, что ты не будешь жадничать. А кто жадничает? Просто если она одна, значит, она одному. Да? Да. Все, я обиделся. Ешь один свое варенье, раз ты так... Обиделся. Нашел на что обижаться. Добрый вечер, ребята. Коксик, добрый вечер. Ой, а где Зубок? Юля, добрый вечер. А он, ну, ушел. Ушел? Да. Ой, как жалко. Я пирог принесла. Думаю, мы все вместе чай попьем с пирогом. Пирог? А мне бабушка посылку прислала. Он портрет свой прислала. Какая симпатичная бабушка. Да. И одну баночку варенья. А он хотел, чтобы я его угостил. Так. Ну, так. Ну, как я его угощу? Банка-то во, одна. А, одна, значит. Одна, конечно. Вот если бы у меня было там две банки или два яблока, но банка-то одна. Это же только мне одному, ведь правильно, да? Так что будем твой пирог одни есть. А он пусть там обижается. Коксик, ты знаешь, а я, пожалуй, свой пирог сама съем. Одна. Юля, это как это? Коксик, ну пирог-то один. Если бы я принесла два пирога, то я бы тебя угостила. Ну пирог-то один. Ну, Юль, ну это... Нет, Коксик, ну пойми меня, я всегда рада поделиться с друзьями. Но пирог-то у меня один сегодня, так что извини, не обижайся. Так, Юль, знаешь, я... В общем, ты посиди пока здесь, да, и пирог не ешь, ладно? Вот видите, ребята, как бывает... Надеюсь, что вы со своими друзьями всегда делитесь. Так. Ой. Зубок, иди сюда. Не обижайся. Значит так, я решил всех угостить абрикосовым вареньем. Ой. Ведь вы же мои лучшие друзья. Коксик, ну у тебя ведь только одна банка варенья. А мы его по блюдечкам разложим, и варенья всем хватит. Ой, спасибо тебе, Коксик. Ты хороший друг. А я тоже, друзья, решила вас сегодня побаловать вкусным пирожком. Мы его сейчас на всех разделим. Если есть у вас один пирог или банка очень вкусного варенья, раздели на всех друзей, угости их поскорей, и поднимешь всем друзьям ты настроение. Ведь и солнышко у нас одно на всех. Дождик, небо, даже радуга над лугом. И
Какие одни у нас на всех? Дружба, радость, счастье, смех. Все равно делиться ими нужно с другом. Ну что? Давайте чай пить. Давайте. Только сначала попрощаемся с ребятами. Ага, точно. До свидания, ребята. До завтра. Добрых вам снов, друзья, и ангела-хранителя. Не жадничай, без друзей останешься. Детишкам в постели тоже ложиться пора. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора. Будем гостить каждый вечер в этих чудесных краях. Скажем друг другу до встречи, доброй вам ночи, друзья. Скажем.